Почта Деда Мороза в Лазутинском парке культуры, спорта и отдыха официально завершает свою работу в этом году. Но это не повод грустить, скорее наоборот. В парке устроили настоящий праздник для всех желающих. Хороводы, подвижные игры, подарки – все для создания новогоднего настроения. На старт внимание, марш! Мы сейчас пойдем направо, раз, два, три. А теперь пойдем налево, раз, два, три. Вдруг мы дружно соберемся, раз, два, три. И обратно зайдемся, раз, два, три. Ручками похлопаем, раз, два, три. Ножками подобаем, раз, два, три. Вокруг себя мы повернемся, раз, два, три. И друг другу улыбнемся. С большим нетерпением все ждут праздника и подарков. Ежегодно дети всего мира пишут письма Деду Морозу, в которых делятся своими маленькими и большими достижениями, высказывают пожелания и по секрету рассказывают о том, какие бы хотели получить подарки. В этом году в волшебный почтовый ящик поступило более 500 писем. Варвара писала письмо самостоятельно, говорит, что родители почти не помогали. Сначала она сочинила много пожеланий Дедушке Морозу, а потом загадала подарок, который уж очень хотела. В результате письмо Варе стало одним из лучших, и мечта девочки осуществилась под Новый год. Подарок держи! Коньки новогодние! Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».